Наше путешествие продолжается. Теперь мы ведем наше интервью по реке Волге. Решили прокатиться на ту сторону, чтобы доставить себе удовольствие. Процесс пошел, ребятки. Мы поехали. Колбасить не по-детски. Жизнь синяка очень тяжелая, да. Утро в одном городе, днем на море, на катере, вернее на Волге, ну, российское море. Вечером в поезде, следующий день в следующем городе. Вот такая вот тяжелая жизнь сетевика. Спокойная я, успокой ты меня, Самара городок, успокойная я, успокойная я, успокой ты меня. Ребята, умейте отдыхать. Лето пройдет, июль пройдет, год закончится. Вся жизнь быстро пролетит. Умейте отдыхать. Не только работать всю жизнь, но и отдохнуть нужно тоже уметь. О, хоть не врать, но отрежет. Ребят, всем привет. Мы сейчас лежим на живописном берегу Волги. И я тут подумал о такой вещи, что огромное количество людей из года в год живут столько в смысле о выходных, об отпуске. А на самом деле, можно сделать так, чтобы вся твоя деятельность даже не напоминала работу, чтобы каждый твой день приносил тебе счастье, радость. И я желаю каждому найти такую себе деятельность, найти такую цель, которая бы приносила счастье, радость каждый божий день. И та работа, которая бы давалась тебе легко, давала тебе энергию и силы, и давал тебе возможность отдыхать и путешествовать тогда, когда ты хочешь, а не тогда, когда тебе сказало начальство. Всем успехов! Вот я и приехал на работу в Самару. Развитие регионов – дело серьезное. Это вам не на пляже отдыхать. Вы знаете, друзья, жизнь – это целая-целая картинная галерея, которая складывается из прекрасных пейзажей. И эти пейзажи складываются из маленьких-маленьких пазлов своей собственной жизни. Когда-то работа, когда-то отдых, когда-то семья, когда-то веселье. И вы знаете, очень важно, чтобы все это было гармонично в душе, что это было в удовольствие, без напряга, что работа, что дом, что отдых. И всегда очень-очень кайфово, когда ты с друзьями, когда с единомышленниками, и когда тебе все просто в кайф. Жизнь – прекрасная штука. Я себя очень комфортно чувствую среди людей, которые меня окружают. Я не знаю, что можно желать еще большего, когда рядом люди, с которыми комфортно, с которыми душа спокойна. И не только сейчас душа спокойна, а душа спокойна и за будущее, что меня ждет. Ждет моих детей, мою семью. Спокойная я, спокойная я, спокойная я, спокойная я, успокой ты меня. Ах, Самара городок, спокойная я, успокой ты меня.